Чё ты где там, Данил? Данил, как мне спуститься? А там нихуя, я упаду. А ну хотя тут-то. Можешь спуститься? Да я думаю, да нет. Пойдем, да. Ну там, да, спускайся, как ты поднимался. Че? Хватай, и так снимай. А, стой, стой, я отключу. Тут вот, короче, наш знак будет. Это ужасно. Анна, блядь. Бля, ты аккуратно ходи, ты прям по этой хуйне ходишь по своей. Паху, вбьем еще. Все. Что ты хочешь? Да не фан, написай и все. Да че ты нахуй? Я потом на кое-кого повисну, а ты должен будет. А, ну я хотя сам там. А, я потом еще напишу одну хуйню. А, ГАИ. Че, все? Не сейчас, подожди. Ю, пиши. Это... Ю, это вот это, да? Да. Вот это. Сейчас, погодь, опять. Сейчас. Сейчас не знаю. Подожди. Потом О. Пусть обычно О, да? Да. У, да?
Потом опять такую же. Вот это? Да, блядь, такую же, говорю, ладно, похуй. Д и Е, бля. Бля, вообще пиздец, не так, ладно, похуй. Ютуб, самое главное, кто это? Кто ютубер, тот поймет. Квадрат, блядь, а не круг, блядь. Ну да, в принципе. Ну все, ебать. Думаю, нет. Ебать, ну тут-то пиздос полный. Да не, у Мазыкова вопрос задал. Да. Чё ты думаешь о Игоре Финикит? Да, не знаю. Как-то не знаю. Ну как ты думаешь, ты бы хотел так поиграть? Да нет. А ты чё именно знаешь о этой игре? Ой, бля, там вообще прям попу нет. Чё-то на четвёртом уровне там что-то надо выцарпать. 4.20 я выкрыл. Чё-то кит, что ли, что-то такое. А ты бы хотел в неё поиграть? Нет. А какой ты совет даст, спросить? Ну, если долбоёбы, то пусть играют. Тебе похуй, да, на них? Да, бля, ну не скажу так. А если ты поймаешь одного человека, который заставляет детей это делать, что ты ему сделаешь? Смотря какой он будет. Да. Если будет такой ровесник, ну, бля, мой ровесник, ебальник разобьёт. Ну, понял, типа. Заберу телефон, да. Я на твоём месте, если бы сдал его, я... Да нет, нахуй надо. А, да? Дают? Да. Бля, тогда это все решай. Похуй, сколько ему лет. Отправится нахуй. А если он кирпичный чемпион? Чё, кирпич нахуй поможет? Кирпич мне в помощь. Охуеть. А чё такой канал? Не заснём. Бля, не знаю тоже. Снимай видос, то есть нам видео. Только нахуй разница, если можно хоть чисто снимать. Считай, вот это вот, блядь, канал, считай, сделал, ну как ты его, да, делаешь, и такой, ну, бля, мы с тобой вдвоем, то, блядь, по участию. Папа, ну можешь, блядь, а там, не знаю. Создавай свои видосы. Я напомню, сюда синий где-то, это просто хуйня, его. Кто этой фигней занимается, они просто пытаются привлечь внимание, типа, они бедные такие, типа, чтобы... На них внимание было тянет. Это хуйня полная. Да. Нет, просто заманивают ебать детей. Говорит, типа, если не спустишься, да ебать. Типа там большая часть, ебать, от 14 до 16 лет. Ну мне 17 лет не помню. А чем ты сделал? А чем ты сделал, если у тебя мамка не знала, что ты играешь в убийцу? Пиздец был, блядь. Но я в него не играю. Смотри, мамка сказала, ебать, если не знаю, что ты играешь в 4.20, что такое. Блин, синяки, я тебя ебальник расшибу. Тебе тоже мамка ебёт мозги насчёт этого? Ну, бля, так бы не ебёт мозги, но говорит мне сразу прям. Ну, вижу, у тебя в группе хоть, ой, ну, в группе что-нибудь такое, я тебе ебальник расшибу. Ну, бля, так что, я так-то не буду.
Ну, во-первых, это как-то нахуя себе Венере, что такое? Чисто вот я не знаю, что там. Ну, я так понял. В чем смысл этой игры? То, что ты в 10-м шаре, ну, последнем уровне, ты дольнешь в пятиэтажке. Ну, сдохнуть, я так понял, да? Да. Надо будет потом, мы потом еще снимем видосик, только там мы уже будем, ну, как же зайдем, да, может, в эту группу, посмотрим, что будут люди писать, значит, эту хуйню. Ну, то есть, вот мы спросим у этого дебила, который главный, и уже, как бы, поймем, про чего он там, все такое. Я дам один совет, никогда не играй. Это хуйня полная. Кто играет, и не после пытает внимание. Если даже играть, то просто-напросто, если собираетесь играть, то меняйте свои координаты и все такое. Вы просто так поугарайте, и потом удаляйте его. Ну да. Может, ну, лучше вообще не играть. Подыхать ради какой-то хуйни. Из-за того, что ты какой-то... А некоторые люди говорят, некоторые бабы говорят, меня изнасиловали, ибо я хочу покрыть за самоубийство. Ну вот, ты думаете, если что, и... Убирайте так же на них. Ну, помогите нам найти кого-нибудь. Все, что он говорит, это все пиздеж, так что не бойтесь. Да, там он скинет ваше местоположение, где вы там находитесь, там все такое. Ну, это все полный пиздеж. Хуйня. Можешь, кстати, даже и создам группу. Ну, мы там все равно будем одно и то же, бля, вдвоем делать. Да. То есть я также Андрея все видосы понакидываю себе. Будет две группы про одну и ту же тему. Да, но это бессмысленно как-то. Ну да. Я так думаю. Поэтому лучше так. Делать нет. Я не знаю, что мне сказать. Сейчас мы еще один видос засняли, все такое. Ну да.